После месяца перерыва возобновилось строительство пристройки к кадетской школе. Вынужденная остановка никак не повлияет на сроки завершения работ. Подробности далее. После длительного перерыва на этой строительной площадке снова закипела жизнь. Ежедневно здесь трудится 70 человек. Только в привычный уклад рабочего дня добавилось несколько важных пунктов. Медосмотр до и после смены, замена масок и перчаток каждые 3 часа и дезинфекция помещений общего пользования. При возникновении жалоб есть штатный медицинский работник. При выявлении заболевших или с подозрением на заболевание присутствует помещение для изоляции этих сотрудников до приезда скорой помощи. На строительной площадке существует недельный запас масок и перчаток. Строительство ведется в 2 смены по 12 часов. В настоящее время рабочие возводят последний этаж здания, устанавливают оконные блоки и прокладывают внешние инженерные сети. Были разработаны соответствующие стандарты, и данная стройка соответствует этим стандартам. Мы начали эту работу с 18.05. К 1 сентября данная школа будет готова. Поставлена главой такая задача. Мы отработаем. Пристройка для начальных классов кадетской школы рассчитана на 200 мест. В здании будет 9 учебных кабинетов, спортивный зал, помещение для занятий музыкой и свой пищеблок. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.